Пока мне вместе с каким-то бракованным Нани из Китая каким-то хрен пойми каким образом скачался китайский бравлик. Слушайте, ля, а Дэрил такой нормальненький талисман на удачу. Ну смотрите, победы за победой, за беда. И пока я нарисовал самого себя, как-то уж слишком реалистично. А не, это всего лишь сон, на самом деле какой-то чернокожий мандарин. Слушайте, а давно ли Суперсэм заставляет доначить Бравл Старс или нет? И пока я не выпускал видео 5 дней... Здорово, с вами NikKat. И знаете, за те 5 дней, которых не было лайна, ну, как бы новостей моих в стиле лайна, много чего изменилось. Допустим, я сделал новую заставку и так далее. И, короче, я удивлен. Ребята, 10 лайков, вы шо, крейзи? 10 местно вам респектую. И попрошу набрать под этим видосом вас всего 8 лайков. Да, я в вас верю. А также своей подпиской вы можете бахнуть на канал с 378 подписчиков, минимум 380. А я погнал новостям NikKat'а. Ля-ля-ля-ля! Здарова, пацаны и девчонки, с вами NikKat. И это возвращение моей рубрики новости NikKat'а. И это вот очень, наверное, хорошо должно быть, если бы я не пропадал на 5 дней. Да, ну так-то я вообще в Brawl Stars почти не играл, короче, у меня там новостей мало, короче. Ну, в принципе, да. Я вам хочу сказать, что под прошлым видео, которое называется «Я картошка», никто его не посмотрел. В принципе, как и видео с моим лицом, над которым я стараюсь. Я не понял, это что такое, это как это понимать. Это что, оскорбление в мою сторону или что? Ну, это, да, если что, так, я не обижаюсь. Просто YouTube, наверное, виноват всегда во всем. Я просто вам хочу сказать, ребята, а мне понравился китайский бравлик. Ну, слушайте, ну реально, ну прям реально, там нет тиммейтов, мне ни капельки. Правда, я... играл только с ботами, и там по-любому без ботов есть читы. И, кстати, бля, мне настолько понравилось играть за Дэрила, что мы решили размножиться и стать одной целой частичкой и, собственно, разносить весь мир, как мы и сделали. Ну и, как подозревалось, мы заняли первое место. И у вас тоже так же заставляют донатить в Brawl Stars, чтобы, ну, набрал пальц, чтобы вот такое было, да? Да, я ведь не один такой. И да, да, стойте, стойте. Я вам хочу сказать одну очень важную новость. Не отключайтесь. Сейчас я вам ее скажу. Привет. Я картошка. И это все, что я хотел сказать. Мы, короче, едем на пляж. На речку Донецк.